Это Grad Review. Это время каникул, летних каникул. И фильмы, друзья, фильмы те, которые мы смотрим с удовольствием. Я посмотрел фильм «Весь этот мир». Это чудесный, чудесный, романтический, подростковый фильм. И, казалось бы, все хорошо. Фильм о любви, о подростках. Муси-пуси-вуси, ванилечка. Но не все так просто. Не все так просто. Что если ты не можешь коснуться ни единого предмета из внешнего мира? Тебе не сделать ни единого глотка свежего воздуха. И ни один лучик солнца не согреет твоего лица. А соседский мальчишка никогда не поцелует тебя. Это страшно, конечно. Все это звучит, все эти слова очень страшны. Особенно для девочки, которую зовут Мэдди. Казалось бы, обычная девочка, красивая, но у нее диагноз. У нее тяжелый, сложный диагноз. Ей жить с этим. Ей очень сложно жить. Но она привыкла, она не считает это за болезнь. И никто уже не считает, что она больна или еще что. Да и же вообще страшно говорить о том, что человек болен. Нет. Она живет такой же подростковой обычной жизнью, но только не выходит из дома. И в ее жизни появляется другой человек. И вот он все меняет кардинально, друзья. Ну, теперь к сюжету. Невероятная история любви Мэдди, умной, любознательной, 18-летней девушки с богатым воображением, которая из-за болезни не может выйти за пределы герметично закрытого дома. Ну и комнаты, конечно. И вот Олли, это ее сосед, который не позволит этому помешать. И Мэдди отчаянно хочет ощутить всю прелесть жизни. Другого мира, настоящего мира. И вот Олли, ее сосед, влюбляется. И начинается головокружительная подростковая любовь. Первая любовь в их жизни. Ну, по крайней мере, фильм так показывает. И начинается... Самое сочное, интересное. Фильм по ванильности, ну, процентов 60 точно. Он легкий, он воздушный и в конце просто бомбический. Просто фильм срывает весь покров всего сюжета. Естественно, там дальше спойлер. Я не буду ничего рассказывать, сами посмотрите. Он в кино идет. Он с 18 мая в мире. Ну, а премьера в России 15-го. Фильм оригинальный, необычный. Я люблю фильмы нестандартные. И... да, поначалу он тяжелый, тяжело смотрится. Девочки болеют. А потом на 24. Даже нет. На 360 градусов фильм полностью меняет оборот. Посмотрите его обязательно до конца, и вы все поймете. Больше ничего не могу сказать, друзья. Дальше идут, ну, стопроцентные спойлеры. Очень красиво и великолепно сыграла актера Аманда Стенберг. Актриса, простите, актриса. И Ник Дэдж Робинсон. Он снялся в фильме. Про лето. А, «Короли лета». Да, «Короли лета», великолепный фильм. Ну, я думаю, у него тоже много хороших ролей.
У фильма бюджет 10 миллионов. Сейчас сборы в США 32 миллиона. Что дальше будет, я думаю, будет выше. Фильм мне понравился. 7 баллов, 100%. 7 баллов. Посмотрите. Есть где порадоваться, есть где взгрустнуть. В финале просто бомбический. Great Review. Великий обзор. Лайк, дизлайк. Адиос, друзья.